здесь вы заметили, на предыдущих видео были там звук вертолета, да, там, и так далее. И я еще снимал, как по волнам прыгают какие-то ребята спасатели. В общем, тема такая, сейчас просто народ там побежал смотреть, вертолет начал садиться. В общем, к этому вот пожару, который был утром, на крыше, который вот мы наблюдали там в соседнем кафе, добавилось еще одно происшествие. Не знаю, суициднулся чувак, селфициднулся, либо, ну, просто несчастный случай по каким-то иным причинам, да? Ну, говорят, что, да, мужчина упал со скалы. Может, не мужчина, но, в общем, кто-то... Омбре, омбре, мужчина. В общем, да, кто-то со скалы. Такой вот тихий маленький вот приморский городок, да. Костро-Рудиалис. Как вот снимают в фильмах, во всех американских фильмах, тихий маленький городок, да, и постоянно что-то происходит. Вот в Костро-Рудиалисе, да, за 5 часов нашего прибытия, но это никак вообще не связано, это не связанные вещи, совпадение, чистое совпадение. То, что, да, загорелся дом, и вот такое вот грустное, да, еще одно грустное событие.